Для учеников начальной школы номер 103 сотрудники ГИБДД провели увлекательную квест-игру по повторению правил дорожного движения. Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Самаре Ирина Тарпанова напомнила детям о важности соблюдения правил дорожного движения и пожелала им успешно справиться с заданиями. Квест-игры, они всегда более понятны и доступны для ребят, потому что они проходят, во-первых, в игровой форме, в форме загадок, викторин, ребусов. И в ходе таких мероприятий дети лучше впитывают в себя знания и на практике потом уже применяют их намного лучше. Педагоги и сотрудники госавтоинспекции уверены, что подобные мероприятия, которые проходят в рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2016-2020 годы, позволяют сформировать у детей навыки безопасного поведения на дороге. У нас за 10 месяцев произошло 141 дорожно-транспортное происшествие, в которых пострадали 152 несовершеннолетних, погибших нет. Сотрудники ГИБДД поздравили детей с успешным выполнением всех заданий и вручили каждому ребенку полезные сувениры со световозвращающими элементами. Дети с ранних лет, с детсадовского возраста и по 11 классы, школ уже, они с удовольствием участвуют в этих мероприятиях, участвуют в городских конкурсах, в областных конкурсах по безопасности дорожного движения, что показывает в очередной раз важность и вовлеченность детей в данный процесс. И что дети понимают, что правила дорожного движения необходимо соблюдать, и это очень важная составляющая жизни каждого ребенка. На улице в реальной дорожной обстановке ребята сами смогли понять, в каких местах можно переходить дорогу, а где это категорически запрещается, и что участниками дорожного движения являются не только автомобили, но и пешеходы. Подобные акции привлекают внимание участников дорожного движения, заставляют задуматься как водителей, так и проходивших мимо пешеходов.